В каком состоянии завод сейчас, ведь мы знаем, что от него, от коммуникаций, которые были вначале разрушены, зависит тепло, которое подается в дома жителей Авдеевки. Какая ситуация сейчас, Муса Сергеевич? Ситуация неизменная. Последние 4 дня после того, как у нас отбили оба ввода, мы находимся в режиме консервации. У нас половина завода, это 3-4 цехи коксовые, и двумя коксовыми цехами мы работаем. Это позволяет нам держать самостоятельную генерацию порядка 7 мегаватт и позволяет держать в рабочем состоянии котлы, которыми мы отапливаем город.